Научный стрит-арт фестиваль «Граффит науки» подходит к концу. Художники раскрашивают стены масштабными граффити в студенческом городке НГТУ. В этом году темой фестиваля стал «Человек будущего». Когда готовые работы представят публике, узнала Татьяна Кияева. Монументальная живопись появилась на старых гаражах, на стенах бассейна и дворца спорта НГТУ. В этом году темой фестиваля стал «Человек будущего. Расширение цифрового и физического тела». Было предложено несколько историй, которые можно как-то переосмыслить. И мне очень понравился проект Алексея Приходько. У него суть проекта заключается в том, чтобы переводить РЖЯ, язык жестов русский, на текстовый язык. Я буду писать, я думаю, что подходит сюда слово граффити, то есть это текст, написанный на стене. У меня текст будет написан языком жестов, и при наведении экрана будет появляться перевод. Язык жестов, реконструкция тела, система распознавания лиц. Темы сложные. Художники их долго изучали, чтобы потом трансформировать в понятные визуальные образы. Краски и оборудование для работ предоставил технический университет. Мы в НГТУ очень любим граффит науки. Он уже проходит у нас второй год подряд. И в этот раз мы решили его провести на территории студенческого городка. Потому что в кампусе очень много людей фотографируется. Мы решили порадовать и студентов, прям, чтобы они выходили из дома и видели эти прекрасные работы, фотографировались, делились со своими родственниками в социальных сетях. Художники рисуют граффити поверх старых работ от неизвестных авторов. Живопись профессионалов студентам нравится больше. Ну, мы же молодежь. Мы любим всю эту культуру новую. Нам нравится, ну, тем же художникам, им нравится рисовать, развиваться. Яркие цвета. Да, яркие цвета. И почему бы нет? Это очень интересная тема, которая должна развиваться. На всех работах будет QR-код. По нему любой прохожий сможет познакомиться с идеей произведения и ее автором. Процесс еще идет. Закончить граффити в срок помешала плохая погода. Последние дни шел дождь. Но художники обещают, что на следующей неделе публика увидит все готовые работы. Татьяна Кияева, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.